Аня, ты куда собираешься? Ну, вообще так-то на рыбалку. На рыбалку? Да, на рыбалку хочу. У меня к тебе подарок есть. Готова принять? Ну, давай. Закрой глаза. Закрой глаза, выстави руки. Одну, две. Две. Может, вот так? Две вместе. Вот так? Две вместе, выстави. Вот так. Вот так. Да. Пойдет? Нет, нормально, руки выстави. Вот так. Да, вот так. Вот так. Ой. Рич, кто там? Кто это? Рыбку мама принесла? Рыбку мама принесла. Ой, что это за рыбка такая, да? Рыбка тут? Смотри на рыбку. Где рыбка? Где рыбка? Ой, рыбка там, да, Ричи? Рыбка? Лови рыбку. Лови рыбку. Мама рыбку принесла. А, вот это мама. И погода усиливается. Сносит просто. Просто сносит. Мои героические усилия. Сейчас посмотрим, лунки прочистим. Немножечко налаживаются по добыче живца. Видно, стайка как идет. Сейчас тут продернем. Нет, тут уже пока что никого. Пока что никого. Одного на червячка вот это. Удочка. Здесь у меня опарыш последний остался. Вот как. Все, рыбка скушает, так и пойду домой. Добыча живца зимой. Ветер 19 метров в секунду. Снегопад, ничего не видно. Мороз. Ну, снасти не знаю. Сейчас посмотрим. Обмерзают. Так, ну пока что никого. Но еще время 1:30. Клев фактически закончился. Замерз. Решила жить кивок. Не факт, что она прибежала. Нет. Никого. Часто бывает так, что маленькая рыбешка сидит. Даже кивок не трогает, поэтому продергиваю. О, вот она. Нет, сбежала. Замерз. Пойду домой.